Всем привет! Сегодня я буду делать видеообзор на чибиков по Sailor Moon от компании Mega House. Пришли они мне вот в такой коробке. Название здесь чибиков. Ну и непосредственно сейчас буду открывать коробку. Это комплект чибиков, которые были выпущены к японскому празднику Хина Мацури. Это праздник, посвященный девочкам, и проходит он ежегодно 3 марта. Традиционно японцы украшают свои дома определенными куколками. Называются они Хина Нингё. И сидят они всегда вот в традиционной одежде на определенной подставке. И вот в этом году компания Mega House решила выпустить вот два таких комплекта Хина Нингё по Sailor Moon. Первый комплект — это Усаги и Маморо, и второй комплект — это Харука и Мичиру. Приходят они вот в таких классных коробочках. Там всего лишь, да, вот два чибика. Ну, как обычно, покажу коробку. И все вот еще, кстати, в 90-е годы были выпущены вот такие куколки. Они сейчас очень редкие являются. Там собраны все основные воины по Sailor Moon. Но вот все-таки эти мне как-то больше нравятся. Они лучше сделаны. Красивее, я бы сказала. По бокам изображение чибиков. Сверху тоже есть изображение чибиков. И тогда сейчас я их буду открывать. Так, первое, кого мы открываем, это Усаги Мамору. Вот первое, что здесь видим, это задний фон. Так. Так, больше в коробочке ничего нет. И здесь у нас упакованы чибики. И вот сама непосредственно подставочка, на которой они сидят. Вторые, кого мы открываем, это будут Харука и Мичиру. Вот у них задний фон вот так вот спрятан. Так, и непосредственно сами фигурки. Покажу поближе каждую фигурку. Вот так выглядит Усаги. Очень мило. В традиционном кимоно. Мамору. Далее у нас Мичиру. Тоже мне очень нравится, как она выглядит. И на Вере у нее как раз-таки символ Нептуна. Кимоно красивое. И Харука. Такая вот. У нее символ на кимоно Урана. Значит, на заднем фоне есть отметки, как непосредственно сложить, чтобы получилось, как в традиционном стиле, что-то типа ширмы, как вот указано на коробке. Сейчас так буду складывать. Итак, теперь уже покажу, что у нас получается, когда я всех усадила. Вот так выглядят японские куколки Хина Нингё с подставкой. Бывает несколько ярусов. У нас здесь один ярус. И задний фон, вот где Мамору и Усаги, у них Сакура и Луна изображение. Плюс на подставочке изображены
символы. Ну, так, это маска, да, у Мамору. Это его предметы одежды. У Усаги это луна и ее брошкой из третьего сезона. У Харуки и Мичиру их символы, меч и зеркало. И вот тоже так на фоне луны, конечно. Куколки потрясающие. Мне очень нравятся традиционные японские вещи. Кимоно, например. Очень люблю чибиков в кимоно. И вот в этом году они вот такой сет анонсировали. Можно было взять отдельно либо Мамору с Усаги, либо Харуку с Мичиру, но я решила взять все-таки абсолютно полный комплект оба сета. То есть я не разочарована. Конечно, есть дефекты в покраске, но у Мегахаус и Бандай это постоянная практика, поэтому это уже, как говорится, норма для них. Ну что ж, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!